Добрый вечер. Проходите. Вы вовремя. Я вас как раз ждала. Как ваши дела? Все хорошо, да? И сегодня мы с вами будем продолжать искать мурашки, тестировать вашу чувствительность на различные триггеры, да? Так. Напомните мне вашу фамилию, чтобы я нашла вас в базе и посмотрела, какие у нас были результаты до этого. И помогли ли прошлые сеансы наши с вами в вашем засыпании, в вашем спокойствии, как вообще вы после этого себя ощущали с этими триггерами, которые были для вас более такие актуальные и рабочие. Да, точно. Что-то в голове вертелось, не могла никак вспомнить. Так, все нашла. Так, у нас тут получается. Так, перчатки. Так, все ясно. Сегодня я для вас приготовила опять несколько различных вещей, которые, я очень надеюсь, помогут вам в дальнейшем тоже засыпать. Надеюсь, что вы найдете и откроете для себя что-то новенькое, что вам поможет. Усаживайтесь поудобнее, как-то даже можете полуприлечь, и можно даже закрыть глазки, ну, а может быть и визуально вам что-то приглянется. Поэтому, в общем, слушайте себя, пытайтесь как-то найти то, что именно по душе вам. Хорошо? Именно, в общем, отбросьте все какие-то мысли, думки, пускай это время, проведенное со мной, вы не будете ни о чем другом думать. Хорошо? Начнем. Давайте начнем. Хотелось бы начать вот с такого триггера. Именно такого вот бутылечка, пупырчатого или что-то в этом роде. В общем, он такой весь. Вы можете закрыть глазки и слушать мой шепот и параллельно попытаться понять, успокаивать. Успокаивает ли вас
вам такой звук. Так, это у нас флакончик от духов с ребристой поверхностью. Так, поверхностью. Как вы можете оценить для себя ощущение от данного звука по шкале от 1 до 10? На восьмерочку, да? То есть он приятный, не раздражает, да? Но не так, чтобы прям возможно было от него уснуть. Верно? Угу. Хорошо. Записала. Так, давайте поедем дальше. У меня вот такая вот игра. Там внутри карты. Мы потом до них тоже дойдем. Я поду свою колоду, вы тоже послушаете. Ну, а сейчас я хотела бы обводить буковки. Я знаю, что для многих для компании. На самом деле очень такая веселая. Так, в набор. С этой стороны, чтобы слышно было. В набор входит 25 карточек и 990 различных слов и словосочетаний. Кубик. Правила игры. Дополнительно необходимая бумага для счет очков или карандашик. Так, ну и здесь написано, как нужно играть. В принципе, я вам это уже рассказала. Так, сейчас вы должны сосредоточиться не на этой игре, а именно на этих звуках. Нравятся визуальные, такой вот триггер, когда именно палочкой или карандашиком что-то обводят или же рисуют что-то. Я знаю, что для многих это очень приятный триггер. Так. Так, получается. Оцените тоже.
по шкале от 1 до 10. Как вам такие звуки? Приятны ли они? Нравятся? 9, да? Даже ближе к 10. Отлично. Так, очень хорошо. Значит, вашу программу, так сказать, индивидуальную, этот триггер обязательно включим, да? Хорошо. А что по поводу именно визуального, то, что вот так вот обрисовывается буковки, как-то это влияет на расслабление или же лучше просто слушать с закрытыми глазами? Тоже, да, нравится? Да. Плавные движения рук. Да. Не резкие, да, очень такие аккуратненькие. Хорошо, поняла. Так, ну и давайте я открою. Вот так вот выглядит наборчик. Здесь в целом ничего такого нет. И вот что-то вроде такого. То есть, видите, здесь написаны задания, и каждый ты должен выполнить. То есть, бросаем кубик, и, например, если выпадает тебе четверочка, то ты должен нарисовать одно из вот этих вот заданий. Какое ты считаешь более тебя легкая или же наоборот как-то запутать аудиторию. Я знаю, что очень многим нравится именно так вот тасовать колоду, перебирать карты. Как вам такие ощущения? В целом нормально. И вообще как-то визуально привлекает вот это вот. Но есть, конечно, еще те, кто очень, очень профессионально и красиво их рисует. Но лично мне нравится такой триггер. Не могу сказать, что он прям вот очень классный, но достаточно мурашечный все же. Такой. В целом мне все нравится, что связано с бумагой, перелистыванием, перебиранием чего-то. Тут, конечно, не совсем бумага, скорее. Но плотная, да, бумажка. Все равно очень классно. По мне так. А как вам? Вы тоже наблюдаете за своими ощущениями. Слушаю вас. Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10 опять. По семерке.
не было ли раздражающих звуков или, ну, как-то вот, что чего-то многовато, например. Поняла. Так. Все записала. Окей. Так, следующий необычный триггер. Это наборчик таких вот маркеров, которые я буду просто двигать. Мне показалось, что перебирать эти маркеры, двигать достаточно такие необычные звуки, возможно, даже вообще необычные и нестандартный триггер, но, честно говоря, иногда в жизни находятся такие интересные звуки и вещи, которые очень, так, знаете, вызывают приятные ощущения. И хочется их трогать. Я когда мимо вот этих маркеров дома прохожу, я их все время, в общем, не оставляю без внимания. Возможно, микрофончик будет где-то что-то рисковато, но все равно мне кажется, что основная часть должна быть приятной. Мурашечной. Такой достаточно успокаивающий. Очень, кстати, классные эти маркеры. Они, знаете, рисуют как типа гуашь, то есть когда друг на друга они наслаиваются, цвета, то они такие становятся, ну, вот как открасски. Очень интересно. Правда, для них нужна бумага немножечко поплотнее, чем для обычных фломастеров, но оно того стоит. Рисунки, картинки получаются очень яркие и вот точно как будто бы рисовали краской, но контуры более четкие. Как-то так не размазано все, поэтому если у вас кто-то есть любитель, то любит рисовать, может быть, знаете, вот эти картины по номерам. Если как-то симпровизировать и подбирать похожие цвета, как вот там вот в красочках они, то здесь, например, 48 цветов, мне кажется, какие-то да могут совпадать. И, ну, очень так. Интересно будет. Так. Расскажите о ваших ощущениях. Так, получается, маркеры. В чехле у нас это. Маркеры в чехле. Перебирание. От одного
резких звуков, когда они точнее, вот когда их засовываешь, тогда все классно, да? Угу. Записала. Так, давайте следующий триггер, достаточно, может быть, необычный. Это матирующие салфеточки, но я буду делать не так, как по ним, а буду их вытаскивать. У меня, кстати, эта идея тоже пришла спонтанно, когда я вытаскивала их, но опять же, одно дело это ощущается без микрофона, когда и когда очень чувствительный. Звук идет, тогда это немножечко по-другому. Самое главное не переборщить со звуками. Здесь уже совсем, конечно же, иная бумага. Звуки, конечно, могут быть немножечко рисковаты, но, конечно же, я попытаюсь сделать их как можно более нежными. Некоторые, кстати, так аккуратненько достаются, а некоторые прямо такие. Тут скорее нужно полагаться именно на звуковые триггеры, триггер на звуковой, чтобы понять, как оно звучит, потому что визуально, по-моему, ничего такого особенного нет, а именно послушать, как звучит, и понять примерно, что это вообще за звук. Так. Не буду очень долго останавливаться на этом триггере, потому что он достаточно, по мне, так спорный. Ну, а вы мне тоже расскажите, как он вам по шкале от 1 до 10. Восьмерочка, да, тоже? Угу, тоже хороший. Ну да, возможно, где-то именно когда резко вот так вот он вытаскивается, этот листочек, немножечко, это то
есть у меня еще похожий примерно триггер. Он тоже, можно сказать, бумажный, но бумажечка тут чуть-чуть другая. Это упаковочная лента. Я ее буду сейчас распутывать и вытаскивать всю. Здесь, наверное, визуально тоже, да? Достаточно интересно за этим наблюдать. И мне кажется, звуки достаточно нежные и деликатные. Зацепилась за вот эту вот наклеечку и уже дальше не идет, поэтому позвольте мне немножко поиграться, так сказать, вот с этой лентой. Ну и вы, конечно, тоже сосредоточьтесь на своих ощущениях. Как вам звуки? Не слишком ли шумновато? Как вам визуально это все нравится или нет? Такой небольшой хаос. Абсолютно не глухой звук, да? Немножечко даже звонковат, я бы сказала. Так, лента подарочная. Оцените от 1 до 10. Визуальный и как воспринимается на слух. Да, на любителя. На самом деле, мурашки и вообще вот этот вот эффект ASMR, он очень-очень индивидуальный, потому что кому-то нравятся более такие липкие звуки, очень-очень близкие, вплоть до даже жвачки, чтобы было много вот таких каких-то слюней, немножко чавканье. Кто-то под это прям засыпает, балдеет, мурашится. А кто-то просто не переносит эти звуки, понимаете? Кто-то очень любит спокойную, тихую речь, тихий голос. Кто-то воспринимает только шепот. Поэтому о триггерах это вообще отдельная тема. Кто-то любит звуки таппинга, кто-то их терпеть не может, кто-то любит звуки водички, кремчиков, вот таких же, но опять же, таких плямкающих звуков. Поэтому это все индивидуально, и если одному что-то не нравится, то
другой может от этого просто обалдеть. Так, дальше. Еще один триггер. Именно таппинг. Не оставлю его без внимания обычно. То есть я обязательно по нему постучу ноготочками, как-то вот так вот повожу. То есть в целом я много для себя нахожу и открываю каких-то необычных, приятных звуков. Таппинг, кстати, тоже многие очень любят, чтобы он был именно с длинными ногтями, желательно, ну вот, остренькими. А кто-то наоборот предпочитает короткие, аккуратненькие ногти, поэтому тут, знаете, очень-очень индивидуально, и это вполне нормально, что нам нравятся всем разные вещички, что у нас у всех разные на них эмоции и ощущения. Потому что один и тот же таппинг, он может быть очень разный. Именно меня напрягает, а кто-то может очень так тащиться по такому. Так, расскажите про таппинг по, как это написать, резиновому жесткому диску. Именно глухой. Визуально, на слух. Девяточка, да? Отлично. Так, это мы обязательно учтем. Так, визуально тоже нормально, да? Но не так, чтобы прям залипнуть, как, например, на вот этой вот ленточке предыдущей. Она посимпатичнее. Мне кажется, перфекционистам такое может не очень зайти. Ну, опять же, все очень индивидуально. Так, ну и давайте посмотрим на вот эти вот волшебные шары. Мне кажется, они просто созданы для АСМР. Это что-то невероятное. И по их красоте, посмотрите, какая прелесть. И по их приятному такому бульканью.
вероятность, что я куплю еще и фиолетовые. Сама я ими не пользуюсь. Они были приобретены исключительно для триггеров. У меня есть такой тоже золотистый бочоночек, хотела сказать, золотистая сфера. Вот это вот шла в комплекте. Две штучки шло. Там была одна. Но мне золотистая тоже нравится, но я не знаю. Вот эти вот розовые и фиолетовые, они просто волшебные. Да, завораживает. Цветами. В общем, мне очень по душе. Вообще сейчас очень много классных, необычных штучек. Ну и, как я сказала, даже дома можно найти достаточное количество необычных вещичек, которые триггерят. Или, как сказать, в общем, которые подходят под ASMR. Еще мне нравится, что здесь есть вот такой вот пенопласт, за который очень удобно держаться. Так, ну, пожалуй, на этом мы с вами остановимся на сегодня. Я уверена, что мы с вами еще продолжим, и я подберу для вас еще много различных классных триггеров, классных звучаний и чего-то симпатичного и красивого. Так, оцените, пожалуйста, данные сферы от 1 до 10. Звуки воды мне тоже по душе, вот так же, как и звуки бумаги, например. Так, и визуальный эффект. Тоже красиво, да. Ну и, конечно же, обязательно плавные движения. Плавные движения рук. Ну что, надеюсь, что мы скоро с вами обязательно еще раз увидимся. Потестируем еще что-нибудь. Хорошо? Я приготовлю что-нибудь новенькое. И мы подберем с вами идеальный набор тех триггеров, которые будут завораживать именно вас. Ну все, тогда. До скорой встречи. Спасибо, что пришли.